ни Saints Row, ни Payday 2, ни прочие осенние релизы не были столь важными для тех, кто с детства познавал уроки стелса вместе с дядюшкой Сэмом. Не буду делать слишком длинное вступление. Ubisoft возобновила забытый всеми франчайз под названием Splinter Cell, и все поклонники с нетерпением и замиранием сердца задумались, сохранили ли те наработки, за которые многие из нас полюбили Splinter Cell. Я решил лично разобраться в этом. Хочу сказать сразу, что не имел чести проходить предыдущие части сериала, но это и хорошо, в определенной степени, так как будет меньше ностальгических чувств и обзор получится более адекватным, точным и на холодный рассудок. Приступаем. Сегодня стало модно мудрить с геймплеем, делать его на стыке жанров и в том же духе. Где-то у разработчиков подобные эксперименты получаются, где-то нет. Ubisoft известна своими играми и могла бы пойти на изменение механики Splinter Cell. Но все-таки наш старый добрый Сэм остался хардкорным и ничему за 6 лет не научился. Мы также скрытно перемещаемся, перескакиваем из препятствия в препятствие, укрываемся, прям как в Grand Theft Auto 4 или Mafia. Втихушку убиваем врагов и тем самым плавно идем по сюжету. Небольшие изменения в плане ваших действий есть. Они делятся на три категории. Призрак, скрытное прохождение с возможностью несмертельно нейтрализовать врагов. Пантера, скрытное прохождение с устранением врагов, соответственно. И штурм, прямое столкновение. Конечно, чаще всего соответствуешь кошачьему стилю. Особенно, если ты не заядлый игрок в стелс и конкретно в Splinter Cell. Стоит и рассказать о хардкоре. Даже на уровне новобранец, а это самый легкий уровень сложности, вам придется прильнуть к экрану и внимательно следить за врагами. Наверное, хардкорные игры сейчас в моде. Недавно вышел Payday 2, шутер с элементами того же стелса, где также непросто было выжить. Обзор на Payday 2 вы также можете увидеть у меня на канале. Мне очень понравилась возможность отмечать противников, а затем убивать их. Сэм делает все на автомате и максимально тихо. Чтобы избежать излишней простоты прохождения и не погубить сам геймплей, разработчики сделали возможность накапливающейся. Мы можем убивать врагов в движении и брать их в заложники в качестве живого щита. Миссий в игре много. Изменился и сам выбор миссий. Вы летаете на самолете, оснащенном по последнему слову техники, и на карте мира выбираете место высадки, то есть то место, где вам придется снова продемонстрировать свои навыки стелса и продвинуться по сюжету. Миссии благодаря сеттингу разнообразные и интересные. Сюжет Splinter Cell есть. Не сказать, что он сделан для галочки, но и выдающимся считать его не получится. Как обычно, не буду спойлерить, а расскажу только о завязке истории. Вы спокойно вместе с товарищем садитесь в вертолет и готовитесь улететь с базы, как происходит эпичный взрыв и не менее эпичное падение вертолета вместе с вами. Как выясняется позже, вы, а заодно и Америка, под угрозой существования. Злодеи, переигравшие в Лего, называют себя инженерами и грозят совершить еще пару сотен таких же терактов. Вы попадаете в команду спасения мира вместе со знакомым хакером, негром-снайпером и рыжей дамочкой, не только не вписывающейся в атмосферу, но и по сути ничем не занимающейся. Теперь остановлюсь. Дальше раскрывает замес все одно, что в «Новой надежде» упомянут родственные связи Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Так что если игра вас заинтересует, то сюжет точно не разочарует. В современных шутерах чего только не было. Мы не раз отправлялись в солнечные восточные страны, под палящее солнце пальм отдаленного острова, либо в Нью-Йорк и им подобные мегаполисы. Упрекать Splinter Cell во вторичности не стоит, так как сложно придумать что-то новенькое. Что касается сеттинга в плане геймплея, то тут Ubisoft учли все. Например, комнаты, в которых присутствуют потенциальные враги, довольно большие, и нам есть где укрыться. И это придает игре больше реалистичности и, соответственно, делает геймплей менее хардкорным. Как только запускаешь Blacklist, сразу понимаешь, что серия похорошела. Графика радует, и она не может не радовать. Игра собрана при помощи Unreal Engine, последней версии, движка, зарекомендовавшего себя среди игроков. Гибкий, удобный, мощный инструмент в умелых руках может выдать отличную картинку. Так и произошло. Мы с легкостью расстреливаем врагов, предметы окружения и с удовольствием любуемся пейзажами. В стенах остаются дырки от пуль. Очень понравилось динамическое освещение. Со светом и тенями, играющим не последнюю роль в стелс-экшене, все в порядке. В итоге Splinter Cell смело и достойно конкурирует с современными играми.
Физика и реалистичность – вот что вызывает маты в случае неудачного с ними обращения. Физику и реалистичность сложно делать. Физику и реалистичность сложно понять. Поначалу Splinter Cell показалась мне уж слишком сложной, и я накрывал ее пятиэтажным как мог. Но если вы вооружитесь всеми приемами, предусмотренными разработчиками, то перестанете корить ботов в читерности. Что касается падения трупов, стрельбы и прочих деталей, то они приемлемы и сделаны более-менее нормально. Не идеально, но за час-полтора привыкаешь и спокойно к этому адаптируешься. Музыкального оформления, как ни странно, мало. Все-таки мы пришли людей убивать, а не песни слушать. Музыка, какая бы она ни была, отвлекала бы игрока от сосредоточения на тихом, бесшумном убийстве. Саундтрек у игры заслуживает похвалы, и я даже нашел его и скачал. В остальном, к сожалению, мелодий не так уж много. В отличие от предыдущей игры серии, Splinter Cell Conviction, где стилем рукопашного боя выступала израильская система Krav Maga, Splinter Cell Blacklist используется русская система. Консультантом по рукопашному бою выступал Кевин Секурс, один из наиболее знаменитых мастеров русской системы в США. В отличие от предыдущих игр серии, главный герой Сэм Фишер озвучился Эриком Джонсоном, а не Майклом Айронсайдом. В русской версии игры главного героя озвучил Валерий Сторожек. Хотя игра считается своего рода перезапуском серии, в ней сохранена атрибутика прошлых игр. Например, очки с тремя линзами и пистолет 5-7. Отличительной деталью экипировки от прошлых игр является используемый главным героем индонезийский нож керамбит. Splinter Cell Blacklist стоит пройти, если вы поклонник серии, любите стелс, хотите новых ощущений. Ubisoft умудряется делать по несколько проектов, тут и Watch Dogs, и Assassin's Creed, и зимний Крео. Причем студия не облажалась и выкатила на прилавок достойный экшен, достойный звания грамотной перезагрузки. Сэм Фишер снова на высоте. С вами был Александр Мещеряков, подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки, заходите в группу, там очень весело и очень смешно. Ну что ж, до новых встреч, и новая встреча, собственно говоря, будет в прохождении Saints Row 4. Так что заходите ко мне на канал в ближайшее время.